Краткий сексуальный гороскоп. Овен. 21 марта, 20 апреля. Женщина. Она носительница довольно твердых принципов с большой долей не всегда оправданного упрямства, что сказывается на ее сексуальной жизни. Являясь артистической в жизни, Овен женщина искренне играет свои роли, производя впечатление эмоционально богатой натуры и создавая себе таким образом имидж привлекательной женщины, хотя зачастую таковой только кажется. Она не скрывает своих эмоций, жаждет игры, способна верить своим желаниям, но не всегда доверяет своему разуму. В постели она не такая хорошая актриса, как в жизни, так как в сексе Овен женщина довольно-таки эгоистична, но не из-за своего характера, а из-за желания получить от партнера то, чего она ждет от идеального мужчины. Эротика ее слегка педантична, не только из-за пассивности в жизни, но также из-за того, что она не любит подчиняться даже в постели, хотя именно здесь ей нужен сильный и властный партнер, поскольку она подсознательно жаждет примитивного и грубого секса. К сожалению, ее образ жизни и поведение привлекает внимание мужчин с утонченной натурой, чутких и чувствительных, но ни один из них не может дать ей подлинного счастья. Вместе с тем, не получая полного наслаждения от близости, Овен женщина обладает неистощимой жизненной энергией и способна стать надежным другом своего мужа. Идеально ей подходят лев, близнецы, стрелец. Подходят ей более или менее весы, дева, телец. Решительно не подходят ей, категорически противопоказаны козерог, рак, рыбы, скорпион. Мужчина Овен. 21 марта, 20 апреля. Его сильный, властный, часто незаурядный характер проявляется во всех отношениях с людьми, в том числе и с женщинами. Овен-мужчина очень высоко ценит женщину, но чтобы предоставить ему удовольствие, любовное приключение должно спас...
должно быть с интригой. Для достижения своей цели он применяет всевозможные уловки, способен на коварство и обман. Он любит, в кавычках, серьезные разговоры о сексе, словесный эротизм, сознательно возбуждает и склоняет к любви. При этом сама близость может не принести ему ожидаемого очарования, поскольку основные силы были потрачены на его достижение. Эротика Овена зачастую груба и невыдержанна. Очевидно, потому что его больно ранит даже малейший намек на его сексуальную несостоятельность. Любит, когда женщина постоянно им восхищается. Поэтому его возбуждают больше всего робкие и неуверенные в себе девушки, сомневающиеся в своей сексуальности. И в этом случае он может быть прекрасным любовником. Но когда он становится мнительным, создает себе проблемы там, где их нет, тогда близость с ним превращается для женщины в пытку. В основном он очень доброжелателен, вежлив, коммуникабелен, в общем, всеобщий любимец. По натуре полигамист, в скобках, у него может быть одновременно несколько любовных увлечений. Закрывается скобка. Поэтому для него не характерны глубокая эмоциональность и восхищенность. Если в жизни он выбирает женщину, которая будет ему подчиняться во всем, тогда в браке он приобретает уверенность в себе и успокоение. Будет для жены прекрасным сексуальным партнером и хорошим семьянином. Идеально ему подходят лев, близнецы, стрелец. Подходят ему более или менее весы, дева, телец. Решительно не подходят ему, категорически противопоказаны. Козерог, рак, рыбы, скорпион.